Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Я, кажется, придумал. Давайте на аренку сходим вначале. В общем, я придумал, как я буду играть. Я вот утром прихожу к себе, ну, на студию, да, где я это все дело записываю. О, 10 перышков. Замечательно. И я буду делать так. Я буду записывать сначала. Нет, заклинаний ничего мне не надо. А мне что, заклинаний больше не дадут? Никак бесплатно не дают. Так, ну мне кажется, тут можно шандарахнуть этой птичкой и конкретно все расфигачить. Да, отлично. В общем, я буду приходить. Вот сейчас 10 утра, да, я пришел только. Записываю Angry Birds, там серию или две, насколько мне хватит жизней. Вот. А потом я делаю таким образом. Блин, вот эту бы на самом деле всю башню бы завалить. А ну да дотянись же ты. Я думал, она завалится и эту башню завалит, но, к сожалению, не получилось. Очень жаль. Ну ладно, тогда сдуем. Или красную птичку... Да нет, красная птичка, в принципе, идет нормально. Блин, мелкий хрен остался. Вот же говнюк, а. Ладно, попробую я вот этой вот птицей. Отлично. Так, блин, чувствую, я тут мало наберу. Ну ладно. Ну, в принципе, это арена. Даже если я тут ничего такого не наберу. Блин, а знаете, как вот круто было бы закинуть? Круто было бы закинуть, на самом деле. Блин, я хотел, чтобы она отскочит и эту завалит. А что она там так закреплена, что ли, как-то? Нет, ехать никак нельзя. Ну ладно, последняя птичка осталась. А, ну мы ее в ТНТ запускаем. Во-во-во-во-во-во-во. Нормальдыс. Не дадут нам карту. Победа птиц 268. Но у меня кончились карты, к сожалению. Ну, 268, не знаю, получится ли у меня какие-то перья за это получить. Можно было бы, конечно, еще пройти. Ну, хотя, я думаю, получится. Так, ладно, выходим на карту. Так вот, я буду записывать Angry Birds, пока у меня... Ага, вот, дейлик. Пока у меня есть жизни, потом, ну, то есть я пришел, записал Angry Birds, потом я, значит, записываю различные другие игры, там, Plants vs. Zombies, Герои, ну, то, что я играю на данный момент. И в конце дня, получается, когда у меня как раз куча времени проходит, там, часов в 5, допустим, вечера, я записываю опять Angry Birds, таким образом у меня жизни будут откадешиваться. Я смогу два раза в день записывать по 5 жизней. Я думаю, этого вполне достаточно. Да, мне там писали ребята, типа, да ты перематывай время, ты там еще что-то сделай. И не хочу этой фигней заниматься. Это, ну, не то, что это читерство, да, понятно, что тут не мультиплеер, я могу делать что угодно. Но все-таки мне, я не люблю вот такой фигней заниматься, честно вам скажу. Так. Так, страйк, да? Или не страйк? Страйк, отлично. Ух ты, а вот тут сложно будет. Слушайте, у меня такой план барбариски. Да! План барбариски сработал. Замечательно. Так, что здесь? Вот там наверху что-то. Сейчас. Ага, ага, ага. Ладно, мне кажется, тут надо попробовать попасть в ТНТ.
всяко. Блин, а вот что же поделать? О, у меня заклинание, а я же не брал. Сфигли у меня это заклинание. Ну, тут этих мы убили, понятно. А я же не брал заклинание. Или, может быть, оно у меня... А ну-ка, подождите. Так, все, не отъезжает дальше. ТНТ вижу наверху. О, внизу вижу ТНТ. Ладно, мы, наверное, попробуем взрывать нижнее ТНТ. Отлично. Вот это заклинание, которое мне далось, оно мне добавится в список? Вот у меня была одна уточка. Или я случайно взял уточку? Нет, спасибо, друзей не хочу приглашать. А ну-ка, сейчас мы посмотрим. Если оно добавится, тогда все не так плохо на самом деле. Потому что, ну, это круто, если нам добавится заклинание. А ну-ка. То есть, если будут даваться таким образом заклинания, можно будет их тупо нафармить. В случае чего, запомнить уровень, да? Блин, а я не глянул. Опять видимо, я все-таки взял заклинание, да? Наверное, я тупанул и взял заклинание. Так. Слушайте, а такой уровень у меня уже был, ну, не такой прям, да, но похожий. Бум, шоколака. Блин, а вот та вот шняга уцелела. Дальняя. Ну, давайте. А чё там у них? У них там, ну, в принципе, можно этой птичкой. Вот так вот ее даже чуть ниже зарядил. Ну, тут. Ускорение было отличное. Так, а тут всего два этих. А, это босяка пришел. Блин, ну офигенно. Вы бы хоть бы мне бы это... Обзор дали, а то тут вообще нифига не видно. Так. Босяка там наверху сидит. Как тут это все можно взорвать? Вот тут вот попробовать сбить вот эту колонну. ТНТ нигде нет. Сдувается ли это, интересно? Ладно, я знаете, что хочу попробовать? Хочу попробовать вот так вот. Ай! Рано! Рано я! Блин, вот это тупо сейчас было. Рано я нажал. Надо было, когда она долетит. Вообще не надо было нажимать. А можно другую птичку? Или у меня осталась только одна? Что-то я не понял. Да какой там лопату ты? Ты кида... Он кидается? Вот же говнюк, а? Не, мне кажется, тут надо вот сюда закидывать. Да я же нажал, теперь поздно. Доп-карта. А, ну, в принципе, смотрите. Вполне может быть, что мы сейчас и доберемся до того ушастого барона, или как он там, усатый. Ушастый, блин. А, ну, давай. Отлично, упал он. Давай, катись, катись, пожалуйста, катись. Эх, ну тут камень прям так его застопорило четко. Все, проиграли. Нет, не буду я. Я лучше жизнью пока потрачу. Так, а, ну на ушастом бароне заклинания не даются. Так, попробую тут долбануть. А, там... Блин, вот тот кусок говна полетел на этой хрени. Вот, да не, это все, это проигрыш. Если кусок говна полетел. Но мы, конечно, сейчас попытаемся его. Но я потратил целую птицу на то, чтобы этот кусок говна убить. То есть, понимаете, да?
Блин, ну тут еще и уцелело. Ну, короче, давайте я сразу перезапущу. Ну фиг ли вот это выживает? Ну это что за хрень такая? Сейчас мы туда деревяку зарядим. Хотя нет. Ай, тупость! Какое-то, что ж такое-то? Что же мне не складывается с этой, блин? Вон, и все. И не все, нифига! Или все? Вот этот мелкий, ну пипец. Пипец, это тупость. Да, сейчас, конечно. Но теперь мне надо типа делать страйка здесь, а здесь невозможно его сделать, мне кажется. Единственное, сейчас после этой птички мне выдадут, я думаю. Ладно, давайте запустим, попробуем задуть вообще у основания. Хотя бы посмотрим, к чему это приводит. К чему-то хорошему это приводит или нет. Так, сейчас отмотать. Да не, фуфел это все, ребят. Редкостный фуфел. Ну и камень она не пробивает. Надо было вот тут у основания. Хотя... Опа! Ну вот если бы вот здесь-то этой подножки не было, мы бы победили. Ну ладно, я не сдаюсь. Пока. Пока жизни есть, я не сдаюсь. Так, короче, надо вот эту птицу, сейчас вот тут есть вариант у основания залететь. Есть, у основания зарядили. Давайте красную теперь зарядим. Ну, отлично. Все. Здесь победа есть. А вот теперь интересное самое начинается. Так, дайте оценить масштаб трагедии. Так, все, дальше не отъезжает. Так, давайте попробуем вот так вот пробить, и что из этого получится. Блин, да что ж она такая слабая, эта птичка-то, а? Вообще говнинская. Кстати, мне не дают почему-то выбирать птицы. Да не, это все фуфел. А как тут еще можно? Ну, можно теоретически попробовать ее закинуть. Да ну, блин, вообще говна кусок. Можно вот так вот. Там они все где попадают. Доп-карта. А, ну у меня осталась одна. Ну и что толку? И как мне ее? Мне ее даже не закинуть сквозь этот. Ну я, ну этот барон, он, видите, он не падает, он, о, тут он подперт вообще четко. В
Вот зараза, а? Как же его пройти-то? Последняя жизнь осталась. Так, ну, соответственно, здесь мы заряжаем. Вот так. Так, ну, отлично. Ну, красная птица у нас летит, кто-то задувает. Ну, куда-нибудь вот так летит, тут все понятно. Блин, ну вот! Все, это фейл, ребята. Надо же было пониже. Ладно. Надо было пониже. Я думал, она сдует там просто. Нифига себе, просто. Мне все равно кажется, что самый оптимальный вариант это сделать. Да ёлка, я же нажимал! Говна кусок, а! Чё вы мне тут стрелять, показываете птичку? А, ну типа на доп-карту я могу еще. Да они даже не разбили втроем одну палочку. О, а я ж могу посмотреть видео, чтобы получить. Только мне надо было это не сейчас делать, это видео смотреть. А мне его надо было ж смотреть, когда у меня были варианты получше. Но оно даже там ничего не упало, хотя мне дали птичку. Блин, ну вот это вот лажа вообще. Надо вот это сбивать, конечно же. Тут вот эти шарики, блин. Ну и все, приплыли. И все, я видео не могу посмотреть. И жизни у меня нет. Замечательно. Так, ну, следующий... А я могу сейчас посмотреть? Видео могу посмотреть, чтобы получить жизнь? Давайте попробуем. Так, все, жизньку мне дали. Пробую последний раз. Надеюсь, тут будет вариант посмотреть видео, чтобы... О, золотая свинка. Я думаю, я сейчас у основания задую, и это будет... Страйк, по-моему, мы сделали, нет? Нет, тут осталось. Но зато мы сразу получили бонусную карту. Так, ну мне кажется, тут изи вообще будет... Блин, вот почему оно не отъезжает? Почему я должен вслепую стрелять? Вот теперь отъехала. Вот убивается это все хорошо дело. Так, вот теперь интересный момент. Я уже точно знаю, что мне надо верхушку убирать. Блин, она теперь не отъезжает. Вот управление, конечно, дурацкое на этом. Непонятно, за счет чего вот эти отъезды. Ну, вот как-то получается у меня. Так, ладно, нормально. Вот я хочу попробовать задуть сначала вот этой птичкой. Мань!
вот тут, вот эту преграду, потому что она, честно говоря, раздражает. Теперь мы попробуем вот этой птичкой закинуть бомбочку сюда. Бом! Да, я же нажал, ну твою мать! А-а-а, вот это фейл, короче, эпично. Так, теперь эта вся шняга должна упасть. Ну, во всяком случае, хоть как-то. Блин, и как мне закинуть теперь эту птицу? А, в принципе, могу. Но, по-моему, она не перелетит нифига. Хотя этот барон упал. То есть, если вдруг у меня, мне сейчас дадут бонусную птичку, и я смогу его скинуть. А ну-ка, посмотреть видео. Так, все, видео посмотрел, мне дали желтенькую. Желтенькая, это, конечно, не та, что мне нужна. Да блин! Ой же, тупизм. И у меня нету кристаллов даже, я уже готов их потратить, мне предлагают их купить, но нет, покупать я их не буду. Ну что поделать, значит на этом мы выпуск и заканчиваем, не прошли мы барона. Попробую вечерком еще раз, с 5 жизнями может получится, а так конечно... О, взорви 30 свиней, это типа за все попытки нам дали. Нормально. Ладно, все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.